Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня научу тебя играть простую песню под названием «Никогда» от исполнителя Руслан Утюг. Реально супер простая песня, все очень банально, все досконально. Как всегда покажу и расскажу, как это все играть. Ну а перед началом этого разбора обязательно посмотри, подписан ли ты на мой канал, поставь ты лайк этому видео, потому что Пепочка будет грустить, если ты не в нашей укулеле команде. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Ну когда я буду счастлив, ну когда найду свой дом, ну когда же в этом мире мы останемся вдвоем, ну когда же будет денег мне на все хватать, ну когда же наконец смогу тебя поцеловать. Никогда у нас не будет всего, что хотим, никогда мы всю планету не облетим, никогда нам не быть моложе, чем сейчас, никогда я не забуду цвет твоих глаз. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле. И по традиции разборов начнем разбирать песню с аккордов. Тут они базовые, 4 самых распространенных. Единственное, в куплете, в припеве они меняются немножко местами. Об этом чуть позже я тебе расскажу. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее к этой конструкции добавляем с вами указательный пальчик на вторую струну на первом ладу. И получается аккорд Фа. Третий аккорд, аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. И аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Получается АМ, ФА, С и G. Это последовательность аккордов у нас базовая. И на этой же последовательности аккордов строится куплет. То есть куплет у нас АМ, ФА, С, G. В припеве немножечко меняем местами. Там уже играем С, G, АМ, ФА. Давай еще раз, смотри. С, G, А, М, ФА. То есть, будь внимателен, когда ты будешь начинать играть припев, там меняются аккорды. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь, что касаемо боя, перебора, что там вообще играть в правой руке. В оригинале у нас сыграется бой шестерочка, наша любимая Е-рок. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давай еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот бой мы делим с вами на два аккорда. На первый аккорд мы с вами будем играть вниз, вниз. А на второй аккорд доигрываем, то есть получается вверх, вверх, вниз, вверх. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Там-та-пам. Вот, кому сложно сразу все соединять, пожалуйста, сначала отработай бой. Потом отработай аккорды, потом только начинай петь. Ну а для кого проблема, как же все это играть и петь одновременно, то на канале ссылка видос, обязательно его посмотри и возвращайся сюда. Ну а теперь, как у тебя будет выглядеть первый куплет с боем? Но когда я буду счастлив, ну когда найду свой дом, ну когда же в этом мире мы останемся вдвоем, ну когда же будет денег мне на все хватать, ну когда я наконец смогу тебя поцеловать. У нас вот такая вот тема в куплете. Но для кого сложно что-то там играть по бою, можете просто первый куплет играть один удар вниз на один аккорд, никто вам это не запретит. Ну когда я буду счастлив, ну когда найду свой дом, ну когда же в этом мире мы останемся вдвоем, ну когда же будет денег мне на все хватать, ну когда я наконец смогу тебя поцеловать. Далее идет припев. В припеве мы играем тот же самый бой, единственное, мы ничего никуда не делим, играем его один раз на один аккорд. Также помню, что у нас в припеве поменялись аккорды. И получается. Никогда у нас не будет всего, что хотим, никогда мы всю планету не облетим, никогда нам не быть моложе, чем сейчас,
Никогда я не забуду цвет твоих глаз. И там еще раз повторяем припев, потому что он играется два раза. То есть, и еще раз. Никогда у нас не будет всего, что хотим. Никогда мы всю планету не облетим. Никогда нам не быть моложе, чем сейчас. Никогда я не забуду цвет твоих глаз. Разбор на укулеле. Далее время у нас с вами второго куплета. Второй куплет аналогично можете сыграть или одним ударом вниз на один аккорд, или также делить боль шестерка на два аккорда. Выбирай вариант, который тебе нравится. То есть смотри, как у тебя будет выглядеть. Ну когда я перестану быть магнитом всех проблем, ну когда про нас с тобой запостят очень грустный мем, ну когда мы наконец-то сможем вместе поиграть, ну когда же ты заценишь мою стильную кровать. Или ну когда я перестану быть магнитом всех проблем, ну когда про нас с тобой запостят очень грустный мем, ну когда мы наконец-то сможем вместе поиграть, ну когда же ты заценишь мою стильную кровать. Ну а после второго куплета опять идет припев, который только что с вами выучили, давай напомним. Никогда у нас не будет всего, что хотим. Никогда мы всю планету не облетим. Никогда нам не быть моложе, чем сейчас. Никогда я не забуду цвет твоих глаз. И никогда у нас не будет всего, что хотим. Никогда мы всю планету не облетим. Никогда нам не быть моложе, чем сейчас. Никогда я не забуду цвет твоих глаз. Дальше у нас с вами идет как бы переход, bridge, как по-американски, как это можно сказать. Там на первые 5 строчек мы играем просто один удар вниз на один аккорд, сейчас вам все покажу. Затем играем 4 удара вниз, один раз на один аккорд, сейчас тоже все покажу. Короче, смотри, на первые 5 строчек. Жаль, когда пройдут чувства у нас, забудешь цветы мои глаз, забудешь песни той слова, которые пел я про тебя. Один вопрос мучает день изо дня, ну когда же наконец разлюбишь ты меня. Вот да, на последний аккордик фа вы можете сделать удар вниз, чтобы был прикольный переход на опять припев. Давай сейчас полностью покажу переход. Жаль, когда пройдут чувства у нас, забудешь цветы мои глаз, забудешь песни той слова, который пел я про тебя. Один вопрос мучает день изо дня, ну когда же наконец разлюбишь ты меня. И пошел что? Правильно, припев. Обалдеть, мы обожаем этот припев, я уже не могу прямо его играть, обожаю это как. Никогда у нас не будет всего, что хотим. Никогда мы всю планету не облетим. Никогда нам не быть моложе, чем сейчас. Никогда я не забуду цвет твоих глаз. Ля-ля, пам-пам, еще раз, короче, там повторяйте припев. И в конце просто аутро. Там цвет твоих глаз, с тем же самым боем. И распеваем слова цвет твоих глаз. Короче, сейчас покажу, смотрите. Цвет твоих глаз. Цвет твоих глаз. Никогда. Вот на слова никогда, просто аккорд С, один удар вниз. И все, как бы БТ. Давай полностью аутро. Еще раз. Цвет твоих глаз. Цвет твоих глаз. Никогда. Таким образом разобрана песня. Если у тебя остались какие-то вопросы и что-то не получается, присмотри, есть тайм-код. Каждый моментик этой песни там я описываю, посмотри. Или что-то вообще прям не пошло, не фартануло, пиши в комментариях, обязательно все прочту и отвечу.
Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Также не забудь написать в комментариях свои хотелки, какую песню и мелодию мне разобрать в следующий раз. И, возможно, именно твой вариант мы будем учить в следующем разборе. Кто знает. Если ты хочешь показать мне все свои укулеле старания, все очень просто. Выкладывай любую песню и мелодию к себе в инстаграмчике и отмечай мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения и я дала тебе обратную связь. Ну, а также в своем инстаграме я каждый вторник в 6 часов вечера по МСК провожу прямые эфиры, где даю тебе полезные, рассказываю фишки-плюшки, с тобой общаюсь и дарю подарки. Поэтому обязательно подписывайся и приходи. Ну а для тех, кто хочет поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то все очень просто. Вы можете купить сборничек или мой мерч в виде открыток и наклеек, которые я отправляю своими чудо-ручками по почте России. Ну или, например, просто задонатить на Донатальерс или подписаться на Бусти, чтобы получать всю раздатку с видео. Вот, например, как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.